епископ Астраханский и Камызякский дикон в связи с назначением главой Астраханской митрополии возводится в сан митрополита Аксиос! Аксиос! Спроси нам от великодаровитого Бога нашего, всякий дар всем и каемужду благопотребен, веры непорочные соблюдения, городов наших утверждения, мир умерения, от глады и пагубы избавления, от нашествий наплеменных сохранения, скорбящим утешения, недугающим исцеления, падшим восставления, заблуждающим на путь истины и спасения, возвращения, подвязающимся укрепления, благоделающим в делах благих приспеяния и благословения, младенцам воспитания, юным наставления, неведающим вразумления, сиротам и вдовицам заступления, отходящим от всего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, сподобив день страшного суда, шуи и части избавитеся, тесны же страны общника быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите,
Придите благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира.